Сегодня мы посетили первый построенный в рамках государственной программы «Квоты под киль» краболов, построенный на российских верфях в Петербурге. Это самое современное судно, которое оснащено по последнему слову техники. В данном случае это краболов, который специализируется на добыче и доставке живого краба от места вылова до потребления, сразу до потребителя. Обсудили особенности промысла, видим, что спрос именно на живого краба растет в мире, и в перспективе мы прогнозируем его дальнейшее увеличение. Для нас на Камчатке важно, чтобы те рабочие места, которые создаются предприятиями, занимающимися добычей водных биоресурсов, в том числе крабов, были доступны для жителей Камчатского края, чтобы больше перевалки осуществлялось на Камчатке. Эти вопросы также обсудили сегодня с представителями группы компании «Антей». Договорились о совместной проработке их в перспективе, в том числе задействуя возможности Северного морского пути. В основном он будет нацелен на мороженый краб, это второй сегмент, поскольку он серьезно удешевляет доставку в европейскую часть Российской Федерации и зарубежные страны Европы. Вместе с компанией будем прорабатывать более тесное сотрудничество с Камчатским краем.